Итак, мы продолжаем изучать слова учителя еврейского народа Рабейну Ашера Роша. И он говорит, делай, чтобы твои дела были во имя Творца. И актуальная тема, мы сейчас находимся в месяц Адар. И наши мудрецы, написано в Шулхан Арухе, когда наступает Адар, увеличивают в радости. Что такое? Откуда появляется эта радость? Когда мы рассказываем анекдоты, и все анекдоты в Советском Союзе придумывали евреи, и про армянское радио, и про евреев. Так вот, в чем смысл радости, смеха? Когда что-то идет в одном направлении, и вдруг неожиданно переворачивается. Даже самый важный человек, министр, премьер-министр, принц, я не знаю кто, идет, важный человек, все его приветствуют, и вдруг он подскользнулся на шкурке банана и упал. Даже его охранники не могут не улыбнуться. Что произошло? Важный человек, и вдруг бумс! Он оказался в ситуации, которая отменяет его важность. То, что написано в Торе, из-за чего приходят на нас все беды. Тахат ашер ло аббатта эт ашем элокейха бесимха. Из-за того, что ты не служил Творцу в радости, когда у тебя было все. И отсюда мы учим, если наступает месяц Адар, увеличивает в радости, тогда понятно, что весь год мы обязаны быть в радости. А чего человек может быть в радости? Когда он выходит за узкие границы своего физического тела, своего понимания, когда человек получает то, чего он долго, то, к чему он долго шел, то, чего он долго добивался, он радуется. Почему? Расширились его границы. И это когда человек находит свою пару, свою потерю. Ведь Творец взял часть от первого человека, Адама, усыпив его, а потом достроил и привел ему, и он говорит, это плоть от моей плоти, это кость от моей кости, она будет называться Иша, потому что взята от Иш. И когда пара, они хотят построить свой дом, и вот когда у них рождается первый ребенок, они получили новое назначение, они становятся отцом и матерью. Это расширение границ. Человек, который исследовал какую-то проблему, она ему не давалась, и вдруг решение. Как часто было, когда я приходил к моему учителю рав Ицхаку Зильберу, и он говорил, «Патлас, 20 лет этот вопрос был у меня очень трудный, и я не знал на него ответа, сейчас я нашел ответ, ты должен подпрыгнуть до потолка». Я прыгал, конечно, но, может быть, я и не доставал потолка. Но это очень серьезная вещь – служить Творцу с радостью. И, как вы знаете, Пурим – это праздник радости. И то, что открывает Ария Кодыш – самый святой день в году. Йом Кипурим. День искуплений, отвечает, объясняет Ария Кодыш. Йом Ки Пурим, он день как Пурим. Как Пурим? Нам все можно делать. Мы едим, мы выпиваем лишнюю рюмку вина. И самый святой день, Йом Ки Пурим, когда мы 10 раз произносим молитву о прощении, он только как Пурим, потому что в Пурим произошло удивительное, удивительная вещь произошла. Раши объясняет в трактате «Шаббат», 88-й лист, что до Пурима у нас было оправдание, Творец, ты подвесил над нами гору, к
как перевернутый чан, и сказал: примите Тору, хорошо, нет, здесь будут ваши могилы. Мы насильно приняли Тору. И это было у нас оправдание только до Пурима. Потому что в Пурим мы приняли Тору и главным образом устную Тору. Раши объясняет, из любви к тому чуду, который сделал нас, для нас Творец. А что сделал для нас Творец? То, что враг еврейского народа, Аман, потомок Амалека, он бросал пур, жеребий, и когда выпал этот пур на месяц Адара, он обрадовался. Почему? Потому что в этот месяц умер наш учитель Моше, но не знал этот злодей. Так объясняет трактат Мегила Вавилонского Талмуда, что в день, когда он умер, он родился. И то, что написано в Мегилат Исрей, Мегилат Эстер, киму ве киблю, исполнили и получили. Исполнили то, что уже получили с горы Синай. Теперь мы добровольно приняли дополнительные заповеди от мудрецов, то, что постановили Мордехай и Эстер. Говорится, что Эстер была одна из семи пророчиц, которые были в еврейском народе. И вся Мегилат Эстер написана Беруах Акодыш, то есть особенным пророческим даром. И это то, что она вошла в 24 книги нашего священного писания. В чем же особенность? И в чем особенность этой войны против Амалека? И сказано так, что «И пришел Амалек и воевал с Израилем в Рефидим, и сказал Моше Йошуа: выбери нам мужей и выйди и сразись с Амалеком. А завтра я стану на вершине холма, и посох Творца в моей руке». И сказано, что Амалек в пророчестве Билама сказано: решит Гоим Амалек. Первый из народов Амалек, но завершение его – полное уничтожение. Амалек, объясняет в нашей книге, Ам-Лак – народ, который пришел лакать нашу кровь. И есть определение Амалека. А ты был усталый и изможденный в дороге, и не побоялся он Творца. После того, как Творец великими чудесами и знамениями выводит нас из Египта, на седьмой день рассекается перед нами море Ям-Суф на 12 проходов. Весь мир, все народы объял их страх и трепет перед этим народом, который ведет Творец мира. И вот они готовы уже принять на себя его верховную власть. Эйн от милибадо – это то, что еврейский народ реализует. Нет никого, кроме него. И уже они готовы принять его царскую власть. То, что в будущем сказано у пророка: «Байо магу и е ашем эхад, ушмо эхад». В будущем будет Творец один и имя его один, едино. Эхад. Числовое значение 13, но сказано дважды: Эхад, Творец один, и имя его едино. Эхад и Эхад. Числовое значение слова Эхад 13, а дважды 13 это 26. Это в будущем откроется, это четырехбуквенное имя Творца Авая Барух Гу. Юд кей, вав кей, я измененно говорю. Не так, как я написан, ты имеешь право меня это имя произносить. Вместо него мы произносим имя Адни, Адой, а потом Ной. То есть наш господин, наш царь. А в будущем откроется то, как написано имя, оно будет произноситься. И вот уже все народы готовы принять на себя царскую власть Творца.
И вот то, что мой учитель говорил, чтобы развеять этот миф, приходит Амалек, нападает на еврейский народ, получает ожоги, но при всем при том он охлаждает этот страх и трепет. Оказывается, можно воевать с этим народом. Первый из народов Амалек, но завершение его – полное уничтожение. Больше того, написано, что война у Творца против Амалека из поколения в поколение. И не целен престол славы Творца и имя его. Имя Творца разделяется. Как будто Юд, Кей, первые две буквы четырехбуквенного святого сокровенного имени Творца, они возвращаются на небо. А вторые две буквы Вав, Кей, они как будто зависают в воздухе. Война у Творца против Амалека. Ведь когда он нападает на еврейский народ, он как бы говорит, что он ведет войну против самого Творца. Ты, Творец, царь на небе, ты выбрал этот народ, но ты ошибся. Ты сказал про них: мой первенец Израиль, мой сын, мой первенец Израиль. Кто твой первенец? Исав, он первенец Ицхака, а я его потомок. Поэтому ты только не вмешивайся, ты оставайся на небе, а ты царь на небе, а царь на земле – это только я, по праву сильнейшего. И он нападает на евреев, издевается, убивает, а после этого обрубает то место, где на теле еврея брит кодыш, и бросает его в небо. Это прямой бунт против Творца. И говорит Моше Рабейну: выбери нам людей, иди и сразись с Амалеком. Кому он говорит? Йошуа бен Нуну? Объясняет Мидраш Раба, почему именно Йошуа бен Нун? А он сын сына, потомок того, кто сказал: это Элоким Анира. Перед Творцом я трепещу. Когда пытается соблазнить Йосефа, жена Потифара, он говорит: перед Творцом я трепещу. И именно Йошуа бен Нун, ученик Моше, который не оставлял Бейт-Мидраш, постоянное изучение Торы, только он может сразиться с Амалеком, который пользуется всеми силами нечистоты, скверны, пользуется черной магией. Тот, кто целен с Творцом, тот, кто трепещет перед Творцом, это Элоким Анира. Творца я боюсь. Он может сразиться с тем, у которого нету страха перед Всесильным. И написано так в трактате Хулин, 139 лист, спрашивают мудрецы, где в Торе намек на Эстер, И отвечают: это то, что сказано, Творец говорит: а я, закрывая, закрою свое лицо, ваани Эстер астир панай. И тогда обрушится на еврейский народ беды. Эстер из Торы откуда? Но сказано так в трактате Хагига, что даже когда я буду закрывать свое лицо, моя рука простерта над еврейским народом, чтобы его защищать. И написано так в трактате Мегила, что с еврейским народом Творец ведет себя особенно. Он сначала посылает лекарства, а потом обрушивает удар. Сначала взята Эстер и становится царицей, женой Ахашвероша, а только после этого возвеличивает Ахашверош Амана Агаги, потомка царя Амалека Агага. И как же можно бороться против этой силы,
наглости, этой собаки, которая пришла лакать нашу кровь. И отвечают наши мудрецы: тот, кто готов пойти на самопожертвование. Ведь на самом деле сказано, что Мегилат Эстер, когда забеременела мама Эстер, умер ее отец. А когда она родилась, умирает мать. И воспитывает ее, ее двоюродный брат, сын ее дяди Мордехай. И что он делает? Она становится его ученицей, а потом становится его женой. Она поднимается на уровень пророчества. Она одна из семи пророчеств, которые были в еврейском народе. И вот, когда 13-го Нисана подписывается царской печатью приговор против евреев, что в один день 13-го Адара были уничтожены все евреи во всех 127 царствах, которые подчиняются Ахашверошу. И тут же приходит Мордехай к Эстер и говорит, что она должна идти к царю. Она говорит: столько времени я не звана к царю, подожди, вот-вот он меня позовет, и я попрошу за еврейский народ. Не думай, что ты одна из еврейского народа спасешься во дворце у Ахашвейрош. Ведь только ради этого ты получила царскую корону. Ведь именно из-за ошибки царя Шауля, потомками которого являются и Мордехай, и Эстер, когда он на одну ночь оставил в живых царя Амалека Агага. В ту ночь он был со своей наложницей, и от нее происходит вот этот враг, Цорера Иудим, Аман. И знай, Эстер, что спасение для еврейского народа несомненно придет, но ты и дом твоего отца будете уничтожены, если сейчас ты останешься. И тогда говорит Эстер, чтоб трое суток, день и ночь, постились о ней евреи Шошана. А объясняют комментаторы, а во всех других областях они постились понедельник, четверг и понедельник. Три дня, но не подряд, ни день, ни ночь. И также и я буду поститься. Кен – это 70, но я буду поститься только 70 часов, а не 72, трое суток. И тогда я пойду. Векашер авадети, авадети. Так же, как я лишилась своего отца и своей матери, сейчас, когда ты посылаешь меня, я становлюсь запрещенной и тебе. И несмотря на то, что это смертельная опасность, тот, кто не вызван во дворец, тот, кому не протягивает свой скипетр царь, он должен быть убит. И когда видит во своем тронном зале Эстер, царя Ахашвейрош, он от нее отворачивается. Та прежняя царица Вашти, я ее звал, она не пришла, а эта по наглости приходит. И тогда Творец посылает трех ангелов. Один разворачивает этого самого Ахашвейроша, другой берет его руку и протягивает скипетр. Это знак того, что он готов слушать тот, кто пришел. А третий поддерживает Эстер, потому что трое суток она постилась, и сейчас она за секунду до этого произносила то, что написано в псалме у царя Давида. «Кели, кели, лама азавтани! Творец, почему меня оставила пророческий дар. Сейчас я совсем одна, наедине с этим Ахашвейрошем». Самопожертвование, на которое идет Мордехай и Эстер, это то, что перевешивает чашу.
даже во время второго пира, когда он спрашивает, кто тот злодей, который хочет тебя убить, она направляет свою руку на Ахашвейроша. Праведники, они все время с Творцом. Сказано в Мегилат Эстер, в трактате Мегила, что так же, как Аман хотел уничтожить еврейский народ, на это был готов и Ахашвейрош. Поэтому она показывает на нее, и ангел переводит ее руку, чтобы она показала на Амана. Это то, что открывается. Только тот, у кого есть Ират Элоким, трепет перед Творцом, он может победить того, у кого нету трепета перед Творцом. И написано то, что мы цитировали в трактате Хулин, 139 лист. Творец, закрывая, закроет свое лицо. Где было такое скрытие лица Творца, как в наших поколениях? Мы ведь родились в стране победившего атеизма. Мы даже не знали, что Творец закрывает свое лицо. Как мой племянник спросил у мамы в Москве в 70-е годы: «Мама, а Творец знает, что мы в него не верим?» То есть каждый ребенок, он знает, что есть Творец. А вот знает ли он, что мы в него не верим? Кто же может выступить? И то, что меня поражает, я слышал это много раз от моего учителя рава Ицхака Зильбера. Даже мы сняли то, что он рассказывает в кино. Первый фильм, который мы сделали, он назывался «Учитель». «Учитель жизни». Наш учитель рава Ицхак Зильбер. Не потому, что он преподавал математику в школе, а потому, что он стал учителем нашей жизни. Он вывел нас из плена, в котором мы находились. Мы говорим, что Амалек, числовое значение этого имени – сафек, сомнение. И то, что он сам описывает, 52-й год, он в лагере, и он говорил, с хлебом было туго, я голодал, а тут наступает Пурим, и нужно отправлять подарки, съестные подарки друзьям и бедным. И что послать? Что самое ценное в лагере? Луковица – это большое богатство. Я обошел все бараки, нашел человека, который дал мне в долг луковицу. Потом я сумел занять у другого ложку сахара, и чтобы выполнить это, я передал это через посланца. Я взял луковицу и сахар и попросил передать одного ленинградского еврея, одному еврею. И вот он пришел и сказал: «Айзик Миронович, тебе Исаак Зильбер посылает шалахмонес», то есть послание блюд. Тот взял и тут же съел и луковицу, и сахар. Страшное время. Рав Ицхак в лагере, 4-й трудовой исправительной колонии. И вот в январе 53-го года разоблачительная статья в газете «Правда». Кто же они, убийцы в белых халатах? Когда мы думаем об этом, ведь всего где-то 7-8 лет, как окончилась Вторая мировая война, когда Амалек из Германии повторил постановление Амана. У них были все списки евреев всего мира, до одного человека. Они вычеркивали, вычеркивали, вычеркивали. Даже после Сталинградской битвы, дальше, когда они отступают, и когда каждый вагон был как золото стоил, они везли евреев в лагеря смерти. Вычеркивали, вычеркивали. Треть еврейского народа. 6 миллионов. После победы над этим Амалеком встает его учитель, русский Амалек, грузинский Амалек, который замыслил уничтожить 3 миллиона советских евреев.
но ему не нужен газ, газовые камеры. Он планирует и так передает Равицкак со слов известного юриста Якова Айзенштата. Он подготовил книгу, которая называлась «От подготовки Сталиным геноцида евреев». И вот то, что Сталин говорит Хрущеву. По дороге на них должны нападать патриоты, и чтоб только половина их доехала до тех бараков, которые на много километров раскинулись там, в Красноярском крае, в Хабаровском крае. Спрашивает Хрущев, про кого вы говорите? Он говорит, ты не понял? Про евреев. Уже списки в ЖЭКах, евреи с двух сторон, отец и мать, потом евреи, у которых только отец или мать, евреи, уже люди из КГБ, из партии рассматривают квартиры, из которых выселят врагов народа. И вот Равицкак проводит праздник Пурим в одном из бараков четырех, в четвертом трудовой исправительной колонии Татарстана. И рассказывает им все то, что происходило более 2000 лет тому назад в Вавилоне, в Персии. И вот собралось 15 евреев, и я стал пересказывать им Мегилат Эстер, и вдруг встает тот самый Айзек Миронович и говорит, что ты нам рассказываешь свои байки, майсис? То, что происходило больше 2000 лет тому назад. Ты скажи, где твой Всевышний сейчас? Ты знаешь, что будет скоро со всеми евреями Советского Союза. Мало того, что немцы уничтожили 6 миллионов, а сейчас еще и Сталин хочет уничтожить 3 оставшихся миллиона. Знаешь, что врачей будут судить, на Красной площади их повесят, что уже готовы эшелоны, что построены бараки, часть под Верхоянском, где минус 60-70 градусов, под Хабаровском, а бараки без отопления. И отвечает ему Равицкак Зильбер, да, я знаю, положение у нас серьезное, но не спеши оплакивать. Аман тоже успел разослать приказы в 127 стран. Но Бог помог. А как он поможет? Как? Сталин уже все распланировал. Это тебе не какой-то Аман. И он начинает говорить, что Сталин, все, что он задумал, он исполнил. 3 миллиона крестьян он уничтожил, произвел коллективизацию. 37-й из своих уничтожил 8,5 миллионов. Войну против Гитлера выиграл, переселил целые народы, крымских татар выселил. Все, что он задумал, у него получается. И отвечает ему Равицкак, со всеми получается, а с евреями не получится. Но почему? И отвечает ему Равицкак, «Люинум валюишан шомер Исраэль, не дремлет и не спит страж Израиля». То, что написано в 121-м псалме царя Давида. А Сталин только басар ведам, плоть и кровь. И никто не знает, что с каждым человеком может произойти через полчаса. Дальше он добавляет, пока кровь идет, хорошо, а если нет? И то, что известно, что именно в Пуримскую ночь Сталиным было кровоизлияние в мозг. Но когда это произошло? Не через полчаса, а через 32 минуты. И вот этот потомок Амалека, который хотел завершить то, что не успел сделать его друг Амалек Гитлер. И поразительная вещь. Спросил как-то один ученик у Равицкака, Равицкак, скажите, дайте мне браху, чтобы у меня был трепет перед Творцом. Ират Шамай,
И ответил ему Равицкак: на это нельзя дать браху, ведь это то, что сказано в Талмуде, что вот это в руках человека. И тот расстроился. И тогда Равицкак сказал: это же так просто. Ират Ашем. Решит хохма ират Ашем. Начало мудрости – это трепет перед Творцом. А каждое мгновение, каждый момент жизни нужно думать, а что сейчас хочет от меня Творец? И мы знаем, написано так в трактате Могила Вавилонского Талмуда, что Мегилат Эстер написано Берух Акодыш, и что этот праздник не оставит евреев, даже когда придет Машиах. Почему? Потому что там рассказывается о том, как мы заново получили Тору, устную Тору. То, что сказал нам Мордехай, и то, что велела Эстер, мы постились 3 дня и исправили то, что мы получили удовольствие на пире у Ахашвероша, который праздновал то, что евреи не вернутся больше, не будет отстроен храм, и он надевает одежды первосвященника. И евреи не послушались Мордехая, пришли на трапезу, получили от нее удовольствие и испортились. И вот сейчас прошло 9 лет, и они приняли, что это из-за их греха на них обрушился такой гнев Творца. И то, что я хочу вам показать, на семинарах Арахим, это Равицкак передал лекторам на иврите, на английском, на русском, то, что когда перечисляется то, что 10 сыновей Амана повесили на дереве, и перечисляются их имена. Но вы знаете, в Торе есть большие буквы, маленькие, и в свитке Мегилат Эстер тоже. Написано Паршандата, Пармашта, Ваизата. И вдруг в имени Паршандата маленькая Тав, а Пармашта маленькая Шин, а Ваизата маленькая Зайн. И никто не понимал, почему эти буквы написаны меньше, и это 10 сыновей Амана, пока не состоялся Нюрнбергский процесс. И вот то, что написано в Нью-Йоркском журнале 16 октября 1946 года, судили 10 немецких преступников. Геринг принял яд и умер в тюрьме. Вместо него было ровно 10 нацистских преступников, которых повесили один за другим. Единственный, кто оставался верен нацистской идеологии, это был Юлиус Штрайхер, тот, кто один из помощников Эйхмана, который уничтожал евреев. И даже на эшафоте он кричал «Хайль Гитлер!». Но вот, оказавшись лицом к лицу к петле, он вперил взгляд в офицеров союзных армий и в корреспондентов, и с ненавистью, горевшей в глазах, закричал «Пурим 1946 года!». И в этот момент с грохотом открылся люк под его ногами, веревка силой натянулась, и тело закачалось на весу. Но по еврейскому календарю это уже наступил следующий год. Это после Роша Шана, и это 5707 год, то есть 47-й год. И открылось, почему написаны маленькие буквы. Это намек на этот год, когда новые 10 сыновей Амана, амаликитяне, были повешены. Но я давал урок где-то в Аждоде, по-моему, и ко мне подошел молодой школьник, ему лет 14 было, и он сказал: «Вы видите Равицкака Казимбера?» Я сказал: «Да». «Вы не можете ему передать? Там в имени Ваязата, кроме маленькой Зайн, написано большое Вав». Вав – числовое значение 6.
И если к 47-му году мы добавим 6, это получится ровно 53-й год, когда окочурился по постановлению, которое вышло из уст того, кто трепещет перед Творцом, получил кровоизлияние в мозг следующий Амалек, который хотел завершить работу своего товарища, которому он помог приобрести власть. Вы знаете, что офицер СС, когда был заключен союз между Риббентропом и Молотовым, между Советским Союзом и Германией, когда они разделили Польшу, они приезжали, офицеры СС, чтобы учиться у своих старших братьев, офицеров КГБ, НКВД, как строить лагеря. И сколько оборудования посылал Сталин, и как он запретил коммунистам вступать в союз с социалистами, чтобы национал-социалисты, то есть Гитлер, стал канцлером Германии. И это то, что открывается на наших глазах. Тот, кто готов был в лагере на самопожертвование, он сказал Творцу, их перегоняли из одного лагеря в другой, я не могу оставить эти святые книги, Танах и три раздела Мишнайот, среди которых были Таарот и Кодшим. Кодшим – это о служении в храме, а Таарот – это как человеку готовиться, чтобы не получить скверну, чтобы иметь право прийти в храм. Тот, кто в лагере там учил про храм, про особенную чистоту, когда он сказал, что Сталин только плоть и кровь, кровь течет, он жив. И вот кровь ударила ему в мозг. И в своей моче трое суток он лежал, его ближайшие помощники не позволяли прийти к ним врачу, пока он не подох. Так отменили этот приговор против советских евреев, против нас с вами. И Равицкак рассказывал, впервые в истории была статья в «Правде» про то, что это было вымышленное обвинение против врачей, которые были большими специалистами и никого не убивали. То есть весь этот процесс признан ошибкой. И профессора вышли на свободу. Многие из них умерли буквально через несколько лет из-за тех пыток, из-за тех страшных ударов, которые они получили там, в застенках КГБ. Это то, что Сталин своей рукой написал. Бить смертным боем, чтобы они признались. Это то, что Творец сделал. И тот, кто готов идти на самопожертвование, тот, кто каждый момент просил у Творца, дай мне соблюсти только эту субботу, не вспоминай моих грехов. Когда он приехал в Израиль в 72-м году, ему было далеко за 50, ну о чем можно думать? Но он стал нашим проводником, он помог нам выйти из плена Амалека, преодолеть все сомнения и прийти в то место в пустыне, где окруженный облаками славы стоял переносный храм. Он открыл нам эту тропинку, и он победил этого советского Амалека Сталина, чтобы все враги еврейского народа были уничтожены. И это радость. Когда наступает Адар, увеличивают в радости. Даже вспоминая об этом, мы не можем не радоваться. Как Творец перевернул. Аман бросал пур на месяц Адар, он очень обрадовался, умер. Моше Рабейну,
Но не знал тот злодей, что он родился в тот же день седьмого Адара. И это мы, еврейский народ. Мы выросли в плену. Мы даже не знали про скрытие лица Творца, насколько мы были далеки. И вот мы, благодаря нашему учителю, вернулись в наш дом. Мы вернулись к нашей вечной книге. И каждый год мы празднуем этот великий переворот. И сказано, что так же, как первую войну против Амалека вели наш учитель Моше и Йошуа бен Нун, потомок Йосефа. И вот наш учитель Ицхак Йосеф Зильбер победил советского Амалека Иосифа Джугашвили Сталина. А в будущем сказано, эту войну против Амалека будет вести пророк Илияу и Машех бен Йосеф, чтобы сгинули все наши враги, и чтобы мы радовались тому, что мы вернулись к Творцу.